был дан старт на третий тур. И выбрали мы сектор 11. Единственная рыбка пока на белого червя. Окей, окей. Bene, окей. Был дан старт на четвертый тур и, конечно, все в бой. Вадим пытается подсесть, сейчас был сход, но она там еще стоит. Взял, 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 взял. Окей. Окей, да-да, все. Игнорирует полностью. Со всех камней выдирает одну, со всех, с каждого. Видишь, как она, как вертушкой? Посмотри. Опа. Снимай, главное, как он ловит, чтобы потом учили. Молодец, парень.
Второй день соревнования закончился. К сожалению, я последний, вроде во всех периодах ловил, но тут ребята ловят так, такое количество. За ними не угонишься где-то. Тунговку я получил массу положительных впечатлений, много чего удалось подсмотреть. Есть что использовать теперь на обычных тренировках, погонять в наших условиях, попробовать. В принципе, все было супер. Соперники сильные, все справедливо. В полседьмого будет закрытие, а потом банкет. Ну и вот всем командам мы приготовили презенты. Российской и украинской сборной мы взяли по бочонку немецкого пива. А всем остальным командам по бутылочке немецкого вина и вот по несколько пачек ТРТа положим. Пусть в Европе тоже привыкают к знаку ТРТа. Друзья, через несколько минут начнется процедура награждения победителей. Сначала в личном зачете, потом в общем. Все, надеюсь заснять. Флаги всех стран присутствующих висят. В таком доме культуры все это будет выходить. Команды соберутся, зрители соберутся. Вот зал уже почти полный, все поздравляют итальянцев. Сзади вот болгарская сборная. Ребята все по-русски говорят. Thank you.
Hugo Claudio Matteoli, presidente della Federazione Internazionale Pesca Sportiva in Acqua Dolce. Nazionale abbiamo ancora dei premi, quindi chiamiamo il sindaco Diossana Luciano Dell'Eva che consegna il trofeo alla terza squadra classificata, la Slovacchia. Grazie and see you next year in Bosnia. Grazie mille a tutti di nuovo, buona permanenza, buona serata e arrivederci guardi sole. Все, официальная часть закончена, теперь все на банкет. Правда, итальянская фирма продает свои прямые. Сейчас для форели все личиночки, черви. Сколько? 3 рубля пачка, недорого. Сколько? 3 евро, да? Ну. Такая вот. Ну, а все, я думаю, не по 3 евро. Так, набрали мы личинок. Привезли машину с собой личинок. И еще здесь купили. Это болезнь рыбаков. 21, 7, 3 or 4 bags, okay. 21, 20. 20, okay. Thank you. So, a long bag, do you want a bag? Yeah. Okay. Enjoy. Okay. Super. 21 подарок. Guten Nacht. Guten Nacht, yeah. Guten Nacht. Good night. Ciao. Ciao. Так, Сион, вот мы на банкете, потихонечку все собираются, ну, ну итальянцы уже другие приманки свои, другая фирма продает, видите? Это дело такое, кто-то леску покупает, кто-то покупает, приманки силиконовые. Так, пошла сборная Италии! Кабанчика вам. Покорычки больше. Его может быть охватить, но не разберетесь. Ребята, ну, участвуем, это самое главное. Да. Нет, может, может, годом больше и больше стран будет подтягиваться. Пусть подъедет, вот кто мне скажет, что тут может, пусть приедет сюда и попробует. В Германии. Супонир, в Польске. Ну, ребята, давайте. Так, кто-то начинает. Сейчас поздравим капитана тоже с этим тут была куча приманок. Русскоязычные немцы забрали футболочку нашу. Точнее, вашу футболочку забрали. Ребята, оформлено. Супер. Сейчас, ребята. Ну больше подчас, честно говоря. Здравствуйте, молодцы, ё-моё. Все же мы с России, выход все сыграем. Мы всегда рады гостям. Конечно. Гай!
nice one. One question. Yeah. How Germany, but Russian. Вот такое неформальное общение. Тут уже все не соперники, тут уже все друзья. Всем привет! Вадим меня пригласил в Германию приехать, пообщаться с русскоязычной публикой, может быть, не только с русскоязычной. Поэтому, думаю, мы обговорим этот момент более детально. Провести семинар. Да, провести семинар. И, думаю, у нас обязательно это дело получится. В Германии обязательно побываю и пообщаемся на нашу любимую тему о рыбалке. Что, друзья, давайте все будем на сайте напишем. Мы на сайте напишем, когда будет семинар, и все к нам присоединяйтесь. Так вот, Тахиру, Тони, чемпионы мира и сборной Италии, подарил свою футболку. Арно. Подарил свою футболку. Так что поздравляем Тахира, не зря приехал. Благодарю, Сироги. Где Тахир? Вади. Тахира, Italy! E così! Vieni, guarda anche quando è foto! Foto! Perfetto! Bravo! Salute! Captain! Slovakia! Ciao! See you! Друзья, на этой позитивной ноте будем наш фильм заканчивать. Нам здесь очень понравилось. Все просто великолепно. Надеюсь, что фильм получит интересы. И вам тоже интересно будет все это посмотреть. Всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья.